trust the facts now. Liar, 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 throwing stones, then hide your hands. Wow, that don't mean no man now. Игра скоро начнется, а нам показывают, как разминается лучший бомбардир лиги. Скоро узнаем, сможет ли он забить и сегодня. Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится, футбол или водное поло, мы узнаем вместе с вами через некоторое время. Константин Генич и Георгий Черданцев с вами в бассейне практически. Да, но нам плавать с тобой, Георгий, не придется, а вот игра... Штрафной будет. Вот так пока делался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. Подает в штрафную. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Туш-Сантуш Авейру. Потери и мяч у соперника. И пробил. И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Сильно пробил, но попал в створ ворот. Это самое главное. И попал в правый угол. Еще бы. Мяч в центре поля. Байер только что повел в счет. Гонсало Пасиенси. Душ-Сантуш Авейру. На месте голкипер. Угловой для Байер. Душ-Сантуш Авейру. И мяч выбит из штрафной. И у соперника теперь мяч. Белараби. Он накручивает соперников одного за другим. Мяч в сетке. Гол Байера. Два-ноль. Отыграться теперь будет труднее. Густаво Кабрал. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Кевин Фолл. Фолл! Вратарь на месте. Удар не опасным получился. И за боковой игрок Байера ведет мяч в игру. Карим Белараби. Мюнье. Я вот не уверен, что такой футбол нужен. Катают мяч на своей половине поля, вроде и выигрывают, но играть-то не играют в данный момент. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно. И пробил. В перекладину мяч попал. Мяч попадает в каркас ворот. Возьми чуть пониже, и точно был бы гол. Передача голкиперу. Медленно развивается атака. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Душ-Сантуш Авейру. Это удар! Хороший удар, но вратарь спасает. Угловой.
Угловой удар, мяч у Байер. Белораби! Не самый удачный удар, вратарь на месте. Гранель. Гонсало Пасиенси. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Момент! Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Гранель. Стафилидис. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Атака сильнее в этом моменте оказалась, оборона не удел. Кевин Фолл. Душ Сантуш Авейру. Нужно бить поворотом. В перекладину мяч попадает. Забирает мяч вратарь, а этот удар в перекладину был очень опасным. Да, голами. Серьезный перевес одной из команд. Начался второй тайм, и после первого Байер выигрывает. Гранель. Гонсало Пасиенси. Продолжает владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Душ Сантуш Авейру. Гонсало Пасиенси. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Тут все очевидно, будет штрафной. Ревут трибуны, покидает поле, наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, с твоей тоже. Удар! Здорово сыграл. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Лукас Лейва. Кстати, газеты как сговорились, все пишут о какой-то очень хорошей трансферной сделке. Ну а что тут сказать, Георгий? Время покажет. Может быть, узнаем какие-то детали и тогда сделаем какие-то прогнозы. В любом случае, громкие трансферы – это всегда будоражит, это всегда интересно. Забивать нужно! Просто великолепное спасение. От вратаря в ворота мяч летает. Ай да гол! Сыграно как по нотам. Да, в защите тут большие вопросы. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. И открывается спорт. И пробил! Потащил один удар, но может быть и второй. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Замена там и замена здесь, причем в одну и ту же минуту. Хальстенберг. Здесь прессинг. Карим Белараби. Душ Сантуш Авейва. Нашел он соперника. Какой удар! Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Гранель. Лукас Лейва. Байер с мячом на фланге, там есть свободная зона. Важно подавать тут.
Вынос. Мяч не задержался в штрафном. Команда готовится подать угловой. Мяч летит в центр. Может быть интересно. И это гол от перекладины. Это вердикт системы определения гола. Очень сложный момент для судей, но технологии не оставляют места для споров. Гол был, и он засчитан. Одна команда сегодня на поле. Удар. Забуксовала что-то атака, и теперь будет удар от ворот. Да, странные вещи у нас творятся. Команды примерно одного уровня, но такое впечатление складывается, Константин, будто они собрались сыграть в поддавки. Ну, знаешь, Георгий, в сговоре обвинять команды как-то не, совсем не хотелось бы, но мы ожидали, наверное, совсем другого зрелища. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Юлиан, есть игрок впереди, пройдет передача. Спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Защита первая на мяче. Вынос. Лукас Лейва. Душ-Сантуш Авейру. Решил пробить. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Осталось играть 3 минуты плюс то, что добавит арбитр. Концовки у нас не будет. Команды просто доиграют матч. Всем все уже ясно. Лукас Лейл. Выгодной позиции игрок. Все ближе финальный свисток, но они не думают играть на удержание. Будет сейчас игрок чуть поточнее, разрыв бы увеличился. Гранель. Свисток.